Об основных правилах дорожного движения, об обязанностях и правах пешехода и о том, как обеспечить личную безопасность на дороге, рассказали сотрудники госавтоинспекции ученикам школы «Диалог». Профилактические беседы инспекторы ППДД подкрепили показом познавательного фильма о том, как избегать дорожных ловушек и что делать в сложных ситуациях. Инспекторы ГИБДД ответили на все вопросы школьников, которые у них возникали по ходу встречи, и предложили пройти небольшой маршрут на улицах города. По чутким руководством дорожных полицейских, которые вслух разъяснили правила перехода, ребята перешли дорогу по пешеходному переходу. Грамотно, четко, спокойно. Кроме того, школьники провели небольшой флешмоб. Они обратились к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость возле образовательных учреждений и обязательно пропускать пешеходов. Автолюбители получили в знак признательности за то, что прислушиваются к просьбам детей, красочные памятки.